белорусы Виктория Ковалева и Юрий Беляев. И опять слегка разношерстная пара, потому что Юрий Беляев родом из Одессы, но выступают и выступают уже далеко не первый сезон эти спортсмены под белорусским флагом. Выступают, не сказать, чтобы очень успешно, но тем не менее они трехкратные призеры чемпионата Беларуси. Надо бы выяснить, сколько там спортсменов выступает. В частности, в этом году Виктория и Юрий заняли первое место на родине партнерши. Итак, их версия различных мелодий фламенко, короткий танец текущего сезона и попытка пробиться в произвольный танец на чемпионате Европы. В прошлом году попытка оказалась неудачной. Спортсмены, выступающие за бывшие республики когда-то нерушимого союза, все выше и выше тянутся к солнцу. Мы уже видели, что фигурист из Латвии Андрей Невский был 195 сантиметров ростом. Что касается Юрия Беляева, то он еще на 1 сантиметр, согласно официальным данным, обошел своего соперника. И теперь самым высоким танцором в Европе на текущий момент признается Юрий Беляев. 1,96 м. Да, высокорослым канадцам теперь остается только радоваться, что они не могут участвовать в чемпионате Европы, иначе бы они просто затерялись бы на фоне этих гренадеров. Но, к сожалению, для Виктории и Юрия не слишком высокими уровнями, это мягко еще говоря, техническая бригада оценила их прокат. В частности, дорожка шагов первый уровень, посадобль первый. Частичная дорожка шагов снова первый. Твизлы и поддержка получше третий, четвертый. Это, конечно, вам не Ильиных косолапов. И даже не Ильиных Жиганш. Это даже не Ильиных Коцалапов, которые в прошлом году, кстати, на своем первом чемпионате Европы набрали меньше, чем Лена с Русланом в нынешнем сезоне.
прошлом году был еще и не первый, к тому же, у них чемпионат Европы, а, по-моему, третий даже. В общем, заговорился я все равно, как ни крути, мышечная память, в том числе и память мозга, она возвращает нас к одному и тому же, но мы идем вперед. На первом месте Елена Ильиных, Руслан Жиганшин, с великолепным прокатом, с отличной суммой и с прекрасными перспективами, как минимум на этом турнире. Куда-то подевалась кронпринцесса Виктория. Мы ее ждем, ждем. А у нас пока только Виктория Ковалева из Беларуси. Все-таки хорошо, что короткий танец длится всего лишь 2,5 минуты, но чуть больше, 2,50, потому что иначе многие болельщики, просто забыв, как дышать, не успели бы вспомнить во время проката Лены с Русланом, и мы потеряли бы большую армию поклонников фигурного катания. А пока эту армию приобретают Виктория Ковалева и Юрий Беляев, но с не самыми высокими оценками они сейчас опускаются на 12 место и пока могут только мечтать о произвольном танце. И сейчас в произвольный попадают Олеся Карми и Макс